это фартук над плитой. Поверхность, которая всегда получается в жирных пятнах, в разводах. Ну, самое главное, конечно, это жир, который, в принципе, достаточно сложно удаляется. Сейчас мы потрем эту площадь рецептом от хозяюшки. Будем использовать обычное подсолнечное масло и ватные диски. Что я могу сказать? Отходят они действительно очень легко. Такой как бы спорный лайфхак, потому что по факту вы меняете жир на масло. Я бы, конечно, воспользовалась этим лайфхаком, но чтобы оттереть жир. Но потом я бы вымыла поверхность жирорастворимым моющим средством, потому что готовить на кухне заляпанный подсолнечным маслом, ну, такое себе удовольствие.